юные наследники несметных богатств превратили жизнь родителей в ад. Как мне это надоело. Как будто он бог. Ее интересуют только деньги. Чада тратят баснословные суммы, а предков отправляют в игнор. Выйди из моей комнаты. В помощь обескураженным взрослым реалити, в котором чада из ада отправляется на перевоспитание. Пап, ты доволен? Что произойдет с мажорами в обычных семьях? Смотрите прямо сейчас. Золотая клетка открывается. Сегодня мы рассмотрим видеообращение от семьи Пикулиных из Санкт-Петербурга. Меня зовут Елена Пикулина. Я мама Насти Пикулиной. Меня зовут Алексей Мосин. Я крестный Насти Пикулиной. У моего ребенка звездная болезнь. Ходит с короной на голове. Я очень во многом потакаю, позволяю. А сделать что-то, изменить сама не могу. Очень надеюсь, что вы откликнетесь на наше обращение и поможете мне справиться с моим звездным ребенком. Разузнав всю информацию о стиле жизни и сложностях воспитания в семье, мы берем Настю Пикулину в проект. Настя Пикулина – 15-летняя миллионерша, гроза бутиков и звезда ТикТока. Учится в 10 классе в 378-м лицее Санкт-Петербурга. Меня зовут Настя Пикулина. Я просто звезда. Я просто зажигалочка. Настя поздний и единственный ребенок. Она родилась, когда ее маме, бизнес-леди Елене Пикулиной, было 40 лет. Ой, очень ее ждала. Баловала ее безумно. Я ей очень многое позволяла. С самого рождения Настю воспитывали как звезду. У нее всегда был маникюрчик-педикюрчик. Папа Насти, Александр, был богатым человеком. К сожалению, из-за сердечного приступа он ушел из жизни 5 лет назад. Настя стала наследницей всего. Моя дочь 15 лет уже владеет немаленьким состоянием. С этого момента Елена, имевшая бизнес в сфере элитной мужской одежды, закрыла его и посвятила себя дочери, еще больше потакая ей. Мама потворствует дочке во всем, даже снимает ее для ТикТока. Наглая, своенравная. У нас часто бывает на этой почве ссоры. И корону с нее уже не снять. Мои хорошие, это Микки Маус. Мне кажется, он вам не нравится, и мне тоже. Снято. Настя Пикулина живет в старинном доме 1867 года в центре Санкт-Петербурга и ведет богемный образ жизни. Мои хорошие, лакшери утро наступило, звезда проснулась. Просыпается, идет в ванну. И вот там начинается самое интересное. Я потеплее. Когда это кончится? Тебе что, 40 лет? Все, мам, давай вот чайник Настя, поставим. Пожалуйста. А Настя? Все, чайник мне Настя, поставь. Мне не нравится все. Это. Все понимаю. Звезда. Звезда. Но звезда. Не надо из себя делать старую тетку. Чайник поставь. Я подумаю. Не любит заниматься домашними делами. Ни уборкой, ни готовкой. Это вообще просто, это не ее. Моя мама мне делает завтрак. Она мне сервирует очень красиво, потому что я люблю, чтобы было красиво. Все свое время Настя посвящает созданию звездного образа. Она считает, что ее успешное будущее зависит не от учебы, а от количества подписчиков. Ну я вообще не читаю. Вот серьезно. Пороть надо было раньше. Я никто не порол. Только баловали. Хоть Настя и не читает, но зато много говорит и поет. В 12 лет она твердо решила стать певицей. Я хожу в очень дорогую, хорошую школу вокальную. А теперь... Е-е-е-е-е-е. Ты. Е-е-е-е-е-е. Хорошо, давайте тогда... Е-е-е-е-е-е. Е-е-е. По-своему пой. Е-е-е-е.
Там сумма исчисляется от 20 тысяч, стоит один урок. Мы себе это можем позволить. И я это, конечно, Насте делаю. Гардероб звезды Настя собрала давно и продолжает упорно трудиться в этом направлении. Примерная стоимость всей одежды, обуви, сумок и украшений звезды – около 30 миллионов рублей. Я могу себе позволить практически все, потому что я лакшери-девчулька. Я просто звезда, я крутая. Все лучшие коллекции одежды, лучшие бренды. Сумка. Около 350 тысяч рублей. Телефон. Ну, телефоном сейчас уже никого не удивишь. 400 где-то тысяч рублей тоже. Браслет. Может быть, около миллиона. Сумка. Около 2 миллионов рублей. Больше всего делает меня счастливой – это покупки. Всем привет, мои хорошие. Заскочила на шопинг в самый дорогой бутик. Коллекция исполнена вручную, только из натуральных материалов, лимитированная серия. Это было с детства как бы привито. Я покупала по-сумасшедшему все, что мне нравилось. На 2 недели 44 костюмчика, не считая платьев. Какая у вас самая дорогая вещь? О, да, конечно. Буквально на днях мы получили бесподобное меховое пальто актуального оливкового цвета. Любовь ко всему красивому, я считаю, что это пришло мне как-то по наследству, потому что мои предки были аристократами. И вот это все красивое, вот это все лакшери, дорогое, это все пришло от них. Аристократические корни и тяга к роскошной жизни проявляются у Насти во всем. А давайте всем устрицы. Настик, извини, конечно, но мне твои устрицы уже просто надоели. Мне, пожалуйста, осьминога. Такой мамой в процесс воспитания Насти влиться очень сложно. Как мама видела дочку, так она ее воспитала. Мои хорошие, сейчас я вас научу, как правильно нужно кушать устрицу. Денег на личной карте Насти достаточно, чтобы самостоятельно оплачивать свои лакшери обеды. Кто приглашает, тот и платит. Ну да, логично. Мне бы хотелось изменить ее настрой к материальным ценностям. Ко всему, что это не совсем все главное в жизни. 15-летняя миллионерша Настя Пикулина из Санкт-Петербурга легко согласилась на эксперимент. В надежде на то, что за счет эфиров программы увеличит количество подписчиков и быстрее добьется популярности. Она даже не догадывается, что ее ждет в ближайшие 3 дня. Но, насколько я знаю, я поеду в менее благополучную семью, и там у меня будут какие-то другие условия. Единственное, что я хочу, чтобы эта программа ей дала именно то, чтобы она в людях видела и доброту, и сердечность. Ну, еще, чтобы она была хорошим человеком по жизни. Это самое главное. Эксперимент начался. Настя, как всегда, заказала себе премиальное такси и едет в подмосковный город Егорьевск, где ее ждет совсем другая жизнь. В 100 километрах от Москвы в старинном Егорьевске Настю Пикулину с нетерпением ждет семья Яны Белишовой. Яна! Ян, надо уже что-то придумать, там сейчас Настя приедет. Яне 19 лет. Она старшая дочь в этом многодетном семействе. Учится в университете и увлекается визажем. Маме Жене 42 года. Всю жизнь она связана со швейным делом. Работала клещицей по коже, закройщицей, а сейчас дослужилась до мастера швейного производства. Муся вот так выйдет, да? Держи, давай тренироваться. С хлебом и солью. Папе Лёше 43. Он автомеханик. В последнее время вместе с женой работает на Смолевской текстильной мануфактуре, где шьют для гостиниц постельное белье, халаты и полотенца. Давайте вышьем слово какое-нибудь или букву какую-нибудь. Помимо Яны, у Белишовых еще 3 дочерей. Лиле 13 лет, Амиле 9, а Даше 4 года. Ты знаешь, кто приедет? Новая сестричка у тебя. По правилам проекта, в честь знакомства Белишовы готовят Насте подарок.
И раз уж семья связана с производством полотенец и халатов, то и подарок будет соответствующий. Ловец снов, и тапочки, и полотенца. Ну, красота. А Настя уже на подходе. По правилам эксперимента, премиальное такси высадило ее неподалеку от дома семьи Белишовых. Я надеюсь, что мы увидим ребенка. Вот какого, как все дети. Не будет слушаться, будет в углу стоять, как дети. Найти с ней просто общий язык. Даже какой бы она ни была, я ее любой приму. Думаю, она довольно общительная, открытая. В общем, надеемся на лучшее. Не, вот это, конечно, вообще ад. Трэш полный. Что, идемте? Лакшери девчуля приехала. Почему никто не встречает звезду? Шок-контент. Звезда приехала. Настя! Добрый день! Здравствуйте, мои хорошие! Приезжает такая дива, вся из себя. И такая бум, ребенка под забором. Все, ты убила ребенка одного. Но она очень хотела тебя увидеть. Да, я посмотрю, что, чем ты ударилась. Лбом она, по-моему, ударилась. Лбом долбанулась. Даш, смотри, Лиззи не плачет. Хорошо, что ворота целы, да, в принципе? Да. Мы и от ее образа, и от ее всей стати просто охренели. А это вам от нас. Вау! Вау, бомба! Шик, блеск, ребят! А вы что, это сами делали? Конечно. Подарок Белишовых Настя тут же отставляет в сторону. Знакомство пошло не так, как ожидалось. Чтобы сгладить неловкость, Яна предлагает экскурсию по двору. Вот это наш участок. Очень много пространства. Да. Ну, здесь небольшой бардак. Я заметила, в общем. А мои лакшери, эти кроссовочки не испортятся? Весь словарный запас состоит из лакшери, шок-контент. А что еще? Вот здесь у нас яблони. Давайте попробуем, что у вас. Тараган, здесь жуки же, еще пауки. Экологический продукт. Вот так берешь, потерла. Чистый экологический. Пусть это здоровье, понимаешь? Здоровье. Вы что, прикалывались? Это было прям, ну, эпично. Она так смешно себя ведет. Ну, мне кажется, она дерзкая. Но и экскурсия тоже пошла не по плану. Внезапно ей помешал дождь. Вот тебе российские Мальдивы. Настя явно расстроена, а ведь она еще не была внутри. Пора познакомиться с домом. Добро пожаловать! Ой, у вас нет ничего, у меня просто белые носочки. А курточка? Курточка нет, это мой дополняет стиль. Образ. А, ну как типа, хочешь, да. Вася. Стиль такой красивый, тоже хотела бы так одеваться. Это наш зал. Мы здесь отдыхаем. Здесь у нас всякие разные бабушкины сервизы, книжки. Ты читаешь книжки? Ну, в принципе, нет. Я читаю так этикет, новые бренды, то, что мне интересно. Было видно по ее лицу, что ей неприятно все-таки здесь находиться. Я очень такая, можно сказать, ну, предположим, что я высокомерная какая-то. Ну, просто звезды мои хорошие. Хорош мои! Ну, как бы... По логике, когда ты видишь взрослых людей, ты как-то уважительно на «вы», как-то к ним обращаешься. Модный, трендовый ковер. Да нет, это раньше такие ковры в каждом доме вешали. Все деревенские раньше покупали такие ковры. Когда я только увидела дом, у меня был какой-то просто шок, потому что, ну, я не думала, что таких еще живут. Не все люди могут позволить себе жить, как она, в чудо-домах. Мы живем так. Я так понимаю, плита не сенсорная, а вот этими... Нет, это газ, да. Просто спичечками берешь, так поджигаешь, и она горит. А вы с мамой готовите кушать? Ну, я обедаю обычно в ресторанах. Ну, когда они что-нибудь готовили? Ну, нет, конечно, мама мне готовит все. Да. На хлебушек, авокадо, яичко, да, лакшери рыбку. Угу.
Здесь самое главное, я думаю, для любой девушки. Угу. Да и не девушки тоже, все-таки в туалет мы все ходим. Вот, наш душ, туалет, раковина. Я, конечно, не понимала, как я еще здесь буду жить. Горячая вода есть? Вот раз на раз. Как-то раз на раз? Пока не потратим, поэтому в день холодная больше вода. Полутора человек. Как-то полутора человек, как я мыться буду? Обычно, чтобы помыться, Белишовы сначала качают воду из скважины, затем ждут, когда она нагреется. И воды хватает не на всех. Но это не единственный сюрприз для 15-летней миллионерши из Санкт-Петербурга. Она еще не видела свою кровать. Это не смешно, ребят. Это вы вот здесь, да, спите? Конечно. А мы не смеемся. Вот здесь вот это твое место на ближайшие 3 дня. Вот. Да, смотри. Это такие условия, в которых я, как я и сказала, в таких невозможно жить. Впереди Настю ждет семейный ужин. А тем временем мама и крестный 15-летней миллионерши из Санкт-Петербурга переживают, не останется ли она голодной. Она любит мясо, зелень, фрукты, рыба. Это нормальный рацион ее. И чем ее собираются кормить? Как она будет там несколько дней? Ну, конечно, у нее есть деньги. Она может заказать, если что, в ресторане, если они там есть. Она должна постараться именно окунуться, значит, есть ту же еду, какую они едят. И как это она все воспримет, я даже не знаю. Это будет шок. По правилам эксперимента, семья угощает Настю не праздничным, а самым обычным для них ужином. Курица домашняя в нем, брокколи, фасоль. Короче, вот это повседневная наша еда. Угу. Практически суп это постоянно входит в наш рацион. А что обычно у вас на ужин? Я очень люблю мясо. Также любит моя мама мясо. Вот, это может быть какой-нибудь стейк. Мясо и мы любим. Мы не можем себе прям позволить каждый день мясо. Ну, стейки. Да, плов, шашлык. Ну, тоже делаем, когда зарплату получаем. Мясо покупаем и делаем. Я буквально отлучилась на минуточку, возвращаюсь, а там Настя вся в слезах. Я думаю, что происходит? Не, знаете, я хочу сказать, что я сейчас нахожусь в таких условиях, и я понимаю то, что вы счастливы, понимаете? Это самое главное. Да понимаете? Ладно, да ты что, несчастлива, что ли? Нет, просто... Ну ты что, перестань. Голубочка, ты такая красавица, ты что? Я не знала, что делать, что вообще происходит, почему она плачет. От всего увиденного, дома, быта, ужина у Насти случился срыв. Вот они живут в таких условиях, и им комфортно. Вот это вот, ну это вау. Я плачу. То есть, ну, это действительно меня тронуло прям вот глубоко. Она вот, ну, реально начала себя настоящую показывать уже. Первое столкновение с реальностью вызвало у 15-летней миллионерши из Санкт-Петербурга Насти Пикулиной бурю эмоций. Она впервые собственными глазами увидела, что большая дружная семья может жить скромно и при этом счастливо. Но впереди еще 3 дня жизни в семье Белишовых. Удастся ли Насте их прожить без короны на голове? Пришло время готовиться ко сну. В семье Белишовых девочки сами застилают свои кровати. Я должна справиться, потому что как бы это... Звезда же должна быть хоть как-то приспособленной быть к жизни. Логично? Оп. Оп. Тебе не надо помочь с заправлением? Нет, мне не надо помогать. Хорошо. Да, ну если честно, это удивительно. Я, по идее, я могу это все делать. Ну, не, ну это смешно, ребятки мои хорошие. Просто вот так вот туда все запихиваем. Может, тебе все-таки помочь? Нет, мне не надо помогать. Вот уже половина готова. Теперь остались ты те можешь уголки. Просто взять за 2 и потрясти. Тогда там расправится. Да, это я знаю тоже. 4 уголочка. Валя, кроватка готова. Так. Ой, господи, этот день закончился для нас. Было все, и слезы, и травмы, и падения, и все на свете. Очень надеюсь на то, что она
сможет справиться со всеми заданиями, которые выполняют девочки. Поэтому, надеюсь, она будет еще одной помощницей в доме. Нормально, что встретили, что старались, как могли. Настя, как обычно, с нами день проживет, как и все мы. Первый день прошел весьма неплохо. Мы быстренько собрались, встретили Настю. Настя оказалась не очень в восторге от нашего дома, но ей деваться некуда. В ближайшие 3 дня ей придется здесь жить. Посмотрим, что будет завтра, как завтра Настя будет себя вести и во что это все выльется в итоге. Наступил второй день эксперимента по погружению в обычную жизнь 15-летней миллионерши из Санкт-Петербурга Насти Пикулиной. Семья Белешовых, как обычно, встает в 7 утра. А во сколько она встает обычно у себя? Какая разница, во сколько? Я не знаю, во сколько она встает, но в нашей мы семье мы встали, уже ей пора все вставать. Встали. Привыкшая вставать не раньше полудня, Настя никак не просыпалась. И сестры решили пошутить над Соней. Доброе утро, солнышко! Я думала, что она меня прям там убьет. Самое доброе! Вы что, прикалываетесь? Мне же снится. Девочки, все, я ничего не могу. У вас кровать не та. У вас я не могла уснуть. Ее надо вообще передвинуть отсюда. Вы что, прикалываетесь? У меня прическа вся испорчена. Ты прекращай ныть, вставай, спускайся. Надо уже умываться. Да я уже умылась. И завтракать. А ну вот, отлично. Можешь прям так приходить. Не, девочки, вы куда пошли-то? А кровать я сама буду двигать? Да. Не, как бы по фэншую, да кровать там. Какой фэншуй? По фэншую вот рядом с солнышком стоит, все хорошо. Не, ну я же одна не буду ее двигать, да? Да нет. Не будем мы ничего двигать, отстань от нашей кровати. Я сама-то не смогу подвинуть-то. Вот ее и не надо двигать. И все-таки в качестве извинения за утренний душ в постели сестры Белешовы пошли Насте навстречу и помогли передвинуть кровать. Ой, первым делом, а хорошо, чтобы мы были красотками на весь день, нужно надеть патчи, мы хорошие. Понимаете? Какие патчи? Какие патчи? Силиконовые. Настя, деточка, ну ты посмотри. Да вы видели, как я спала? Ты как майская роза. Зачем тебе в 15 лет вот это надо? Ты посмотри, ты прекрасно выглядишь. Я согласна. У тебя ни синяков, ни мешков. Как ни синяков? Ничего нет. Вы видели, на какой кровати я спала? Вот если ты будешь вот это все наносить, у тебя уже через 3 года, а в 40 лет в моем возрасте ты вообще на себя в зеркало не сможешь смотреть. Ага. Да. Почему у тебя в 15 лет такие вот ресницы, такие вот ногти, такие вот там губки, вот патчи под глаза? В тот момент я чувствовала себя не очень, очень неловко. А это что такое, господи? Девочки, ты так народа, 4 человека. Давайте мы вас тоже попшикаем. Оно освежает, классно. Ох, характер у Насти. По правилам эксперимента, подросток-миллионер становится членом семьи и живет так, как в этой семье принято. Завтраки Белешовы готовят сообща. Но Настя слишком долго собиралась и общий завтрак пропустила. И теперь ей придется готовить себе самой. Какой трэш, слушайте. Это обычная жизнь. Да можно было заказать и принести. Что заказать? Все. Жареное яйцо? Да. И что делать? Поджигай спичку. А нет такой этой? Ну нету сейчас. Костер разжечь. Теперь открываешь. А, ну быстрее, быстрее. Пап, у нас тут... Быстрее, быстрее. Куда? Ногти у тебя сейчас плавиться будут. Ногти плавиться будут. Да блин! Все, сплавились. Сплавились? Нет. А почему он туда не поворачивался? Надо нажать и повернуть. О, так, работаем, работаем. Нажимаешь, поворачиваешь. Нажимай да, посильнее. Да, да, давай, 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 сейчас ноготь сгорит у тебя опять. Да я не могу, Настя, что это ну ты что, это нормальная плита советская. Суп готовит, потому что это экономит. Давай, нажимаешь, давай, поворачиваешь. Давай, крути, давай, крути, давай, крути. Давай. Есть, о, ура. Нет. А зачем выключила? Ты открываешь, и ты не гасишь. С 4-й попытки Настя все-таки усвоила урок, как зажечь спичками обычную газовую плиту. Опа, ставлю. Это все я.
пора готовить завтрак. Не так-то это просто, если делаешь это впервые в жизни. В итоге Настя ограничилась чашкой кофе. Ты сало попробуй, сало, сало. Между прочим, даже всякие диетологи говорят, что сало надо кушать. Жиры – это полезные жиры, а не полезные. Органические. Легко переваривать. Вот, считай, сразу все тут тебе. Давай, давай. Весь витаминный тяни, комплекс. Тяни. Органические. Легко переваривать. Тяни, тяни, тяни. Зимой не замерзнешь. Давай. 2000 калорий. Еще. Бабах одним разом. Хорошие зубки. Видимо, уже мало лучше. А что за резину вы едите? Скажите мне, пожалуйста. Это не резина. Это ты так нарезала. После завтрака родители ушли по делам на текстильную мануфактуру, а девочек ждет уборка. Ежедневное выполнение домашних обязанностей – привычное для дочерей Белешовых занятие. Сегодня к ним, по правилам проекта, присоединится звездная гостья. Посуду, я так понимаю, я мою, да? Конечно. Конечно. Меня заставили мыть посуду, для меня это шок. А перчатки есть, чтобы у меня просто маникюр дорогой? А у нас нет перчаток. А может, у меня маникюр стразики отвалится? То есть их это не волновало. Зато саму Настю сохранность маникюра волнует буквально до слез. А может, мы вообще ее выкинем? У нее как бы скол тут уже, нельзя пить. Не надо ничего выкидывать. Можешь выкидывать у себя дома свою французскую посуду, а здесь ничего не трогай. Девочки, у меня одна кружечка, только 16 тысяч рублей. Ну вот ее и выкидывай. Этим утром 15-летняя миллионерша из Санкт-Петербурга Настя Пикулина впервые в жизни попробовала сделать себе завтрак, научилась пользоваться спичками, несмотря на отсутствие перчаток, сама вымыла посуду. Помыть за собой посуду когда-нибудь после еды стоит хоть иногда самому. У семьи Белешовых есть домашние питомцы. Это кролик Миша и уж Федя. За ними регулярно ухаживают три старшие дочери. Клетку кролика девочки чистят каждый день. И поднимаем клетку. Пока мы высыпали из этой клетки вот это вот, что там было, девочки элементарно не могли держать спокойно пакет. Ну, девочки, ну держите же пакет! Вот это, конечно, я молодец. А куда мне это все потом это? Где совок? А нет совка. Все, давай ручками в пакетике. Ну, вообще классно. Пылесосом взять и все вот так пройти. Нет, у нас нету. Клетку кролика Миши с горем пополам почистили. Впереди задача посложнее. Нужно искупать уже Федю. Сестры Белешовы делают это два раза в неделю. Сегодня как раз такой день. Ой, нет, я не могу. Тихо. Ребят, все, готово. Ты самый молодец. Держи его. Змей, я вообще боюсь. А то покупай его. Ага. Осторожно, он очень сильно сопротивляется. Все, какой ты мой красивый. Давайте уже. Возьми его за голову. Я попыталась ей помочь, вот прям максимально, чтобы ей было не страшно, чтобы ей было удобно. Скусаться он Это трэш. О, все, молодец. Тихо. Ой, аккуратнее, ужас. Сильно не сжимай. Тихо, мой хороший. Ребят, ой, ужас, у меня руки дрожат, я не могу, ребят. Все, давайте его туда сажаю. Давай. Трэш какой, ребят. Он вызвался. Ой, мой хороший. Тихо, пожалуйста, я тебя прошу, помогай мне. Я тебя прошу. Настя даже потом под конец уже понравилось. Ее вот это счастье на лице, что она вот смогла. Уж Федя вымыт, уборка продолжается. Яна и Лили убирают первый этаж, а Насте и Амели – второй. Ужас какой! Эту тряпку мокрую выжимать руками. Мне уже убирать вот это вот? Ну, это вообще. У нее как будто другие представления о доме. Я думаю, что в 15 лет все-таки какой-то порядок у себя на месте. Может, маме где-то на кухне. Это должно быть более чем нормально. Ну, нормально, сойдет. Ой, я уже устала, я не могу, девочки. Вернувшись с мануфактуры, родители, как обычно, проверяют качество уборки. Тут кто убирался? Давайте мы сейчас возьмем веничек и по-быстрому уберемся. Да. Вот тут подмести вот пятачочек. Очень папа классный. Идет наверх проверять. Пыль? Вот, ой.
А до туда девочки просто не достают. О, ну-ка, ну-ка сюда. Это не мы. Это не наше. Кошмар. Вот это что? Вот это что? Веник, быстро бегом. Собирайте, Анастасия. Вы же звезда. Ну, конечно, я не растерялась. Собрала кое-как. Оп. Оп. Раз, два, три. Дайте я вам помогу. Да, давайте. А то что-то вы не справляетесь вроде девчонки, а что-то как-то у вас руки откуда-то с другого места растут. Если папа вдруг взял что-то, об этом узнают все там, что папа с веником, вот за вас с веником. Пап, ну Женя, как-то халтурщики конкретные. От бога халтурщики. Подоконники все в пыли. Под кроватью мусор. Вот такой вот комок пыли. Короче, да, Настя, да, не да. Ты моя дочь. Я бы тебе сейчас так уши надрал бы за такую уборку. Ну, можно просто вызвать службу, которая все сделает. Папа Леша остался недоволен. Чтобы Настя не расстраивалась после не слишком удачной первой в своей жизни уборки, Яна пригласила ее на шопинг по-егорьевски. Вот ваша машина. Вот это? Она-то думала, сейчас, может, какая-то иномарка или еще что-то будет. У меня вот отцовская машина, шестерка, 80 какого-то года, я уж не помню. Представим, что это Майбах, да? Давай, да. Аккуратненько да. Сели. Ой, блин. Так, две ножки. Тише, тише, аккуратнее. Не поцарапайте обшивку. Какой? Сейчас мы съездим в Любао. Лакшери мой магазинчик, да? Да, да, да. Я надеюсь, что вы мне привезете, прям будет бомба. Сел в обычную шестерку, стиснув зубы, оглянулась, посмотрела. Все, поехали. Чтобы не мешать девочкам, папа Леша решил подождать их в машине. А Яна и Настя отправились в магазин. Ну, ты считаешь, что вот это нам подходит, да? Здравствуйте. У нас как верхняя вы? Одежда, молодежная. А вот это вот стоимость 2500, это в доллары, евро? В рублях. У нас все в рублях. Мы евро не видели. Смешно, да? Просто не моего уровня, вот так скажу. Ей не нравилось место. Нет ничего элитного, понимаете? Это не натурально, конечно. Костюмчик желтенький. Если бы мы зашли в люкс-магазин, такой бы стоил, ну, может быть, 60 тысяч рублей. А здесь? Простите, да, цена. Две. Две, две. Видите? А ведь неплохой. Были моменты, когда она говорила, что да, вот эта вот вещь, она неплохая. Но уйти из магазина без покупок не в Настиных правилах. В результате Яна получила в подарок рюкзак цвета денег, а малышка Даша – новую шапочку. Мне нравится? Что надо сказать? Спасибо. Спасибо большое. Время ужина. Утром Настя усвоила. Кто опаздывает, тот готовит себе сам. И вместе со всеми принимается за дело. Ей достается сборка мясорубки. Надо закручивать. Она не закручивается. Почему? Я вот так вот она гнется. Мешать. Ты видишь? Настя, давай, замеси тесто. Давай, хорошенько руками. Оно должно еще отдохнуть 20 минут. Руками? И замешиваешь. Маленький кусочек отщипни, Даша, да, и она тоже будет месить сама свой комочек. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я шучу. Да это не смешно. Ой, как тяжело. Молодец какая. Давай, 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 помогай, помогай. Так, все, следующее. А то вдруг я пересолю. И вперед. Так вот все, мнешь, мнешь, мнешь. Ужин Настя готовит гораздо увереннее, чем завтрак. Хоть и пельмени она тоже делает впервые в жизни. Я вам предлагаю в нашем сегодняшнем блюде поместить три волшебных пельменя. И посмотрим, красавицы, кому же из вас что выпадет. Кому что у нас суждено.
Не забудьте положить сахарок, монетку и колечко. Пельменная традиция гласит: у того, кому достанется пельмень с сахаром, жизнь будет сладкой. Кому с монеткой – богатой. А кому попадется золотая ленточка, тот встретит свою любовь. Как вы видите свою жизнь в ближайшие там 5 лет будущих? Я закончу обучение в университете. Найду какую-нибудь высокооплачиваемую работу, конечно же, что уже появится кто-то, с кем мы будем строить какую-то совместную жизнь. Ага. Поэтому уже, может быть, там как раз и дети, и все, и ага. сразу. А у тебя что? Я лакшей девчулечкой так и останусь, я надеюсь, через 5 лет. Такой подход, он, я не знаю, может, какой-то очень детский. Подожди, то есть ты до конца жизни хочешь участвовать во всяких разных шоу, рекламах? Нет, ты не хочешь роли в каком-то нормальном фильме? Нет, да, они появятся потом. Быть настолько в себе уверенной, не боясь вообще ни за что, это странно. Я выхожу, один мой взгляд и все, давай. И все падают, вот. Энергетика, прежде всего энергетика, понимаешь, в чем дело? Образование можно еще в любой момент просто получить, да? Все же лучше заранее это сделать, пока она молодая. Потому что потом она вырастет, наконец-то поймет, что оно все-таки нужно было, сядет и такая, ну блин, как так? Как я уже проморгала этот момент? Ну ты понимаешь, когда без у тебя этого... есть все, и образование, и мозги, и красота, ты в полной мере можешь сказать, да, я достойна. В итоге разговор вышел на самую важную для Насти тему – деньги. Знаете, почему у меня есть деньги? Потому что я люблю их. А если я люблю деньги, деньги любят меня. Если в доме родители, крестные, еще какие-то, все окружение, основной темой являются деньги, соответственно, у нее основной темой являются деньги. Деньги – это бумажка. Да, я Но это не простая бумажка, она волшебная. Я вам серьезно говорю. Сумочка, к примеру, 352 мульта, да? Вы хотите машину. Представляете, да, я бы не купила сумочку, вы бы купили машину. Деньги, 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 они ко мне бегут. Вот я просто говорю, и они бегут ко мне где-то мысленно. Этот фарш, из чего он сделан? Я это заработал, я работал вот этими руками, я заработал эти деньги, купили мясо на эти деньги. А что без денег делать-то? На этом все построено. Правильно! Вот! Только что вот эти люди говорили, ну, деньги ничего не значат. Для нее это пока бог. Надо все-таки стараться других себе богов создавать. Искусство, еще что-то более возвышенных. В споре никто не выиграл, все остались при своем мнении. Возможно, счастливые пельмени помогут Белишовым и Насте прийти к общему знаменателю. Для меня? Спасибо большое. Нет, Настя, возьми сама тарелку. Не, ну пускай мне ребенок дал. Пускай так и будет. Аккуратно кусай. О, у Лили денежка попала. Ух ты! Не пересоленная? Настя солила. Нормально. Нормально? Мне кажется, даже не досоленная. Да, недосоленная. Сахар! Ну, все сладкая жизнь. У меня ленточка. Женя! Ты нас обязана на свадьбу позвать! Конечно! Да, у меня ленточка. О, да, Женя! Хорошо. На самом деле, эту ленточку мне дала маленькая девочка Даша. То есть, я доверилась судьбе, и мне вот она попалась. Представляете, как? По условиям эксперимента во второй день родители ребенка-миллионера и принимающей семьи общаются по скайпу. Как ты себе представляешь маму Настину? Ну, крупная такая женщина. Строгая, может быть. Строгая? По отношению к другим людям. К дочке-то понятно, она, ну, А ты думаешь, что строгая. Можно быть такой вот строгой ко всем, а к дочери прям всегда очень доброй? Да, можно. Я знаю такую женщину одну. Давай звони. Набираю? Набирай. Здравствуйте. Здравствуйте. Передаем привет, Егоришка. Как там вообще дела проходят? Скажите, как там моя доченька? Нормально все. Какие у вас условия проживания? Совместное проживание с детьми в одной комнате. У нас есть свой распорядок.
Если все дети встали, пошли, по там 5 минут зубы почистили, умылись. Не может такого быть. И она спокойно это все воспринимает? Она, кстати, очень-очень, ну, старается, убирается со всеми. Фантастика. Ой, сама готовила, и лук резала, и все. Чего делала? Готовила? Готовила сама. Да, готовила. Слушайте, ну я не знаю, что вы там с ней сделали. Что может вы быть, там с ней сделали? Вообще перестроите ребенка. Оставляйте ее нам, вы вообще не узнаете через полгода. Нет. Она у вас учиться не хочет вообще. Да, она как-то насчет обучения... Обучение для нее не главное, поэтому у нее главная цель – стать звездой и, так сказать, звездеть. А вы сами как к этому относитесь? Я просто иду, помогая ей то, что она выбирает, какую линию. Я не борюсь с ней вплотную. Да и не должно быть борьбы. Она должна просто слушаться, и как бы пока что воспитание – это полностью вы. Не то, что она сама по себе, вы рядом поддерживаете, а она все равно пока еще птенец. Для меня да, она птенец. Да. Ну, а у меня птенец очень оперившийся. Вот в чем дело. Нам было очень приятно познакомиться. Взаимно. Мы надеемся на то, что Настя что-то, чему-нибудь у нас сможет тоже научиться. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. После знакомства с мамой и крестным Насти Белешовым стало понятно, почему у девочки выросла корона. Она многие вещи понимает. Она действительно сообразительная девочка, вот реально. И она не глупая. Да, у нее нет глубины знаний каких-то, ну вот нормальных. Просто она поставила для себя какую-то преграду, что ей это не надо. Родители к этому имеют отношение, потому что так вознестись сама по себе она не могла. Второй день оказался не менее насыщенный, чем первый. Сегодня, наверное, самый лучший опыт – это Настина уборка. Я была удивлена тем, что она не ныла, и в целом у нее даже очень хорошо получилось. День был какой-то более позитивный. Она вот прям искренне старалась. Поругал чуть-чуть, не убирается за собой, подмести там что-то, такие какие-то вещи. Я думаю, она могла бы быть очень хорошей хозяйкой, помощницей. Молодец, пельмени умеет крутить. Все нормально. Я надеюсь, что ее вживление в нашу семью продолжится, и завтрашний день будет еще более насыщенный. Утром поедем на рыбалку. В семье Белешовых принято раз в неделю ездить на рыбалку. Дочери рыбачат вместе с папой и знают, что вставать придется на рассвете, поэтому сегодня вся семья ложится спать пораньше. Эксперимент по перевоспитанию 15-летней миллионерши из Санкт-Петербурга Насти Пикулиной продолжается. Сегодня третий, важнейший день проекта. Ведь Насте предстоит общаться не только с Белешовыми, но и с другими жителями Егорьевска. И начинается этот день в 4 утра. Девочки, просыпаемся. Давайте вставайте на рыбалку. Я с Настей все собрал. Надо, чтобы вы свое тело только подняли. Пойдемте, все, собираться. Никакого чи-чи. Все, здесь достал, вот серьезно, достал. Какая рыбалка, скажи, пожалуйста. Обыкновенная вчера. Где я, где рыбалка? Так, ну все, я, в принципе, готова. Ты что, с ума, что ли, сошла? Почему? Ты на рыбалке ни разу не была? Не. Ну ты как в таком виде-то пойдешь? Ну, давай, переодевайся. Ну а что она оденет, если у нее из вещей только... Ну, обычные женские вещи какие-то. Ну что она оденет? Какие они обычные? А что она на рыбалку могла одеть? Ну что? Если человек приехал, даже и не знал то, что пойдет на рыбалку. А почему ты ей свои сапоги не дал? У вас размер один. Народу много сегодня. Угу. Ну, надеюсь, что-нибудь поймаем. Золотую рыбку. Конечно. Мы с папой часто ходим на рыбалку. Иногда даже бывает, что остаемся там на шлегках в некоторых местах, а берем палатки. Тебе беленького или красненького? Это кто? Это опарыш. А вы из-за червяков они мне давали.
чтобы я их еще... Ой, господи. Их надо насаживать. Я не буду это делать. Они живые, вы понимаете? Они живые. Но главным испытанием на рыбалке для Насти стало не насаживание приманки, а соблюдение тишины. О, наши опарыши! Да не кричи ты, блин, ты понимаешь, ты не на этом, Настя. Я думала, что мы придем на рыбалку спокойно, просто мы в тишине, не будем никого мешать, но оказалось, что все наоборот перевернулось. Моя лакшери куртка, вы прикалываете! Тихо, вы, блин, сейчас вот тут все будут сейчас ругаться, вы пришли на рыбалку. Они не на базар, на какой-то. Excuse me. Настя, так себя нельзя вести на рыбалке. Первый раз вижу такое поведение на рыбалке, тем более в таком тихом месте. Такой громкий человек. Все, я молчу. Все, все. Сколько мне так молчать? Леша так, Настя, успокойся, тихо. Да я не могу тихо. Как это тихо? Как они эту рыбу ловят тихо? Как это тихо? Для звездной петербурженки Насти рыбалка в новинку. Отца она потеряла рано, а у мамы более гламурные хобби. Сидеть и молча ждать, когда клюнет, как это принято у рыболовов, у Насти не получается. Смотрите, какая большая! Тише, 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 тише. Настя, ты за своей удочкой следи, Настя. Да, ну так нечестно. Соседи там уже по две, по три рыбы сразу же поймали, как мы пришли. Ну, я не растиралась. Ну, я пошла к рыбакам. Здравствуйте. Как у вас рыбка ловится? Иди отсюда. Как? Иди, иди. У нас рыбы нет. Иди вон туда. Вы что так не хамите? Вы просите, смотрите, выходите, чтобы мы ушли. Давайте вы нам рыбку. О, давай. Я вас боюсь. Она пошла к этому пенсионеру, и чуть он ее не шарахнул клюшкой своей. Ну, а ты не смог ее остановить? Ну, а что, мне тоже надо было ей удочкой, что ли, шарахнуть? Остановить Настю удалось только охране. Поступило от директора указание, чтобы в течение 10-15 минут покинули территорию, потому что вы ведете себя неадекватно. Если, типа, мы мешаем ловить рыбу другим, то помешают нам. Жалобы от отдыхающих, рыбаков. Или вызовут уже наряд полиции. То есть охрана, как меня могут вывести откуда-то? Все ловят, а мы нет, представляете? Настя, я тебе сколько раз говорил, закрой свой рот, споришь со всеми. Плевать на других, вот я сюда пришла, я здесь что-то делаю, это главное. Все, мы вас поняли. Хорошо. Извините нас, пожалуйста. Да мы-то извиняем, что мы извиняем? Это уже указание директора, а не наше. Поэтому собирайтесь и... Ну ладно, вы, если что, меня там простите, вдруг я действительно что-то там неправильно сказала. Да нет, нет, что-то, продолжай, в таком же духе, продолжай. В этой ситуации очень стыдно. В конце я уже понимала то, что уже все, Настя, давай уже успокоимся. Ну, главное, чтобы у Леши не было никаких там проблем больше. Вот. Главное, все, мы уже ушли от этой рыбалки, все отлично. Надеюсь, все так и останется. Благодаря маме семья без рыбы все-таки не осталась. В нашем обеде присутствует лакшери-блюдо. Авокадо с красной рыбкой. Специально для нашей гостьи. Да. Сегодня маму Женю попросили пересадить цветы в классе, где учится Лиля. Для скорости она берет себе в помощь Яну. Поэтому мама, Яна и Лиля отправляются в школу. А Настю вместо Яны просят проверить уроки у Амилии. Ну, это всего третий класс. Для нее это будет возможность побыть в роли старшей сестры, которая думает не только о себе. Французский. Кстати, нормально, я песню пою на французском. Вот. La plante lili lissoule, la mode, la mode. Да, окей. Смотри, чтобы Даша, главное, хоть голову не свернула с лестницы. А, то есть Даша и Амели остаются на тебе. Французский язык, да? Третий класс. Так, стоп. Даша, подойди ко мне сюда, пожалуйста. Да я задолбалась просто собирать этих детей по комнате. Одна там, другая там. Подойди ко мне, пожалуйста. Даша, сюда подойди, салфетку вытру тебя. Мне уже нравится сидеть на месте. Просто скучно. Стой, стоять. Пожалуйста, успокойся, моя дорогая. Как мне разорваться, может, на две части? Господи,
Что с твоим лицом, моя хорошая? Ну, мне скучно. Сейчас тебе будет весело, вот я тебя уверяю. Я почувствовала себя какой-нибудь мамой, которая проверяет у дочки задание. Про сюрприз. Уа, Никола. Ле копа. Тебе не нравится, да? Да даже мне нужно уроки сделать. Для меня это было нормально, потому что всегда она так делает. Даша! Иди, пожалуйста, спокойно. За то время, пока Настя помогала Амели с французским, Даша разгромила всю комнату. Подойди сюда, Даш. Бур. Давай, аккуратно. Я была совсем довольна, и мне было скучно. Какой ты пример подаешь всем девочкам, которые будут на тебя смотреть? А, какой? Пойдем, давай ручку. Для меня это был какой-то шум, который, ну, это нереально. Там одна, там другая, то есть надо туда, туда, туда. Но я собралась. Ты сейчас все это уберешь. Договорились? Давай. Старт пошел. Раз, два, три. Все книги должны быть там. Мы в иглу поиграем, который кто босса будет всех убирать книги. Вот у Даши с Настей как раз был хороший контакт. Я, если честно, сама не понимаю, почему это. Молодец. Отлично. Это молодцы. Согласна с тобой. Так, шнурок кладем на стол. На стол шнурок. Настя, которая привыкла быть в центре внимания и думать только о себе, роль старшей сестры не только удалась, но и понравилась. О, мы вернулись. Привет. Да, как вы здесь? Вау. Как было? Хорошо. Тебе понравилось? Да. Да? Даша почему-то сразу очень хорошо начала относиться к Насте. Очень даже неплохо было. Мы, кстати, вместе пошли, все убрали. Вот это, кстати, вот она клево поступила, потому что она мне поддержала, помогла мне. Вот это так клево. Если бы у нее был братишка или сестренка, она бы была отличной сестрой. И я думаю, она бы могла многое дать кому-то из младших своих. Продолжается третий день эксперимента по перевоспитанию 15-летней миллионерши из Санкт-Петербурга. И сейчас Яна привела Настю на Смолевскую текстильную мануфактуру, где работают ее мама и папа, и где в свободное от учебы время сама Яна подрабатывает упаковщицей. Здравствуйте! Мы оснащаем гостиницу всем постельным бельем, халатами, полотенцами. Чтобы Насте было комфортно работать, Яна предложила переодеться. Вот это луки у меня сегодня. Конечно, тепленько, удобненько. Смотрите, я выдаю инструмент, очень опасный. Не поранься, ничего не сделай. Это щипчик. Я думала о том, как бы она себя куда-нибудь не ткнула, никого другого еще не поранила. Это готовое изделие. Мы все отщипываем. А если отщипну не то, что надо? То тогда тебе это вычтут из зарплаты. Время просто зря проходит. Вообще, я пойду где-нибудь, лучше сториз какой-нибудь запишу в Инстаграм. Это пододеяльник, его нужно вывернуть. Не надо туда полностью залезать. И выворачиваем. Ну, я думаю, что вот так нормально. Как нет, должно быть все ровно. В процессе работы упаковщицы у миллионерши Насти стали возникать вопросы. Интересно, да, тебе это дело все? В 8 утра ты приходишь на работу, а до скольки? Ой, а вам тут вот вообще нравится работать. Подождите, а сколько вы часов вот за этой машинкой сидите? А вы вообще не устаете вот так вот шить вот это вот все? Ну, устаем, конечно. Рано приходит, поздно уходит, сидят, вот это что-то там строчат. Не, это не для меня. Здесь люди, чтобы получить те деньги, которые Настя, возможно, может потратить за один раз в ресторане, работают целый месяц, не покладая рук, тяжелым трудом. И это сложно. Я бы не смогла так работать. Сидеть, либо стоять на одном месте, что-то там складывать, что-то перекладывать. Но для меня это нереально. Третий день эксперимента Настя попросила Яну показать ей местный клуб, где собирается молодежь. И Яна привела ее в Егорьевский дом культуры.
По вторникам здесь репетирует вокальный ансамбль «Жара». В Егорьевске все друг друга знают. Яна знакома с солистками и представляет им Настю. Здравствуйте. 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 Вот она тоже занимается пением, поэтому, может, что-то вместе споете. Егорьевские вокалистки, узнав, почему девочек сопровождает съемочная группа, и расспросив про проект, охотно соглашаются спеть вместе с Настей. Здорово, давай попробуем. Попробуем распеться с тобой. Мы закручиваем кран. Р, 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 р. Вместе со мной пробуй. Р, 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 р. Р, р. Можно вот без этого, да? Можно я? Хорошо. Не, я, конечно, может быть, что-то не понимаю, да? Ну, конечно, так нельзя делать, мне кажется. Давай попробуем с тобой сделать такую небольшую коллаборацию. Мы будем петь свою песню, а ты в своем стиле что-нибудь там нам подпоешь. Попробуем? Пикулечка Стар собралась. И раз, два, три. Любит ли Наташка, розочка, ромашка? Йоу! Ты скажи, ромашка, любит ли Наташка, любит ли хорошая моя? Парниша молодой? Свататься идет! Наташа расскажет, давай, давай. Что ей повезет! Ромашка! Розочка, ромашка! Йоу, йоу! Они сразу поняли, что кто к ним пришла? Звезда. Спасибо вам большое. Спасибо. Круто спасибо спели, большое. Потанцевали. Это вообще такой праздник веселья. Тандем случился, и все, в принципе, нормалё. В конце третьего дня эксперимента Яна и Лиля позвали своих друзей на вечеринку в честь Насти. И чтобы это был настоящий праздник, девочки решили украсить себя и комнату. У нас в семье часто бывает такое, что мы с младшими сестрами собираемся, о чем-то разговариваем. Я могу их красить. Какой макияж ты предпочитаешь? Ну, не совсем. Давай ярко, хорошо? Ну, так, так, леди. Да-да-да. Прям элегантно выйти, попить чашечку кофе, английского. Да. Ладно. Ой, влажненький все. Даже, ты подготовилась. Да, я подготовилась, да. Этот момент с Настей, он тоже такой очень домашний, как будто семейный. Ой, как я вот это все люблю, когда меня красят. Себе просто нравится, серьезно. Это очень приятный момент, который мы все надолго запомним. Но во время подготовки комнаты вдруг что-то пошло не так. Это надо будет вниз нести. А я что, работничек? Где Настя пропала? Настя! Ты там умираешь на лестнице, Настя, или что? Настя, быстрее, пожалуйста. Настя опять включает свою супер-мега-звезду. Да, я опять села. Куда эту звездность деть? Ну, куда вот ее деть? Ну, вот она вот сама по себе. Работаем, работаем, девочки, работаем. Настя, какого хрена ты сидишь? А я звезда. Опять возвращаемся к изначальной суперзвезде, которая к нам приехала. Я очень сильно разозлилась. Не указывай, ты должна, ты должна, ты должна. Да я никому ничего не должна. Все, конечно, очень смешно, но меня это реально уже бесит. Яна, ты че? Опять такое нахальческое, потребительское отношение. Я веду себя так, как я хочу. Бери и делай. Что делать? Дай ей один конец этой, на второй ты надевай. Эксперимент по перевоспитанию Насти стал серьезным испытанием и для Яны. К концу третьего дня она не выдержала напряжения. Яна, только ты не плачь, пожалуйста. Я без тебя разберусь не плакать, смеяться, кричать или молчать. Да. Ты постоянно вопишь, кричишь, своими руками размахиваешь. Все, Ян, да, молодец. Делайте сами все. Мне кажется, лучше сейчас просто подумать и самой без вот этого решения какой-то границы, да, помириться. Вот просто взять, подойти и сказать, что конечно. Я к вам привыкла, я вас люблю, так же, как и обычную семью, да, свою. Окей. Мы сделаем умнее, мы пойдем к Яне и извинимся. Извинимся, да, мы станем мудрее. Мудрость победила. Настя попросила у Яны прощения. К приходу гостей девочки помирились. Подождите, а как у вас вот
обычно происходят тусовки, да? Лимонад пьем. Лимонад пьем. А, ну я вижу, да, заметила. Мы обычно встречаемся, там, разговариваем, обсуждаем что-то. Ну, может, просто там танцуем, веселимся. Ну, а ты как тусуешься обычно? Я обычно хожу по ресторанам каких-нибудь. По бутикам. Вы с этим ничего не делаете. Давайте, вот я заряжаю вас на позитив, давайте музончик. Что-то есть еще что-нибудь? Она как-то как будто пыталась привлечь к себе все внимание, все контролировать, показать, какая она звезда. Я пришла, что там? Раз, два, три. Давай. Мои друзья развеселились, почувствовали Настину энергию и начали тоже с ней вместе танцевать. Друзьям Яны и Лили Настя понравилась. И они попросили поставить ее трек. Попробуй забыть, но не сможешь ведь ты. Вся моя жизнь, как из снов из мечты. Да, звезда, Инстаграм подтверждает. Пусть кто-то не верит, что так не бывает. Вечеринка прошла на ура. Третий день эксперимента закончился на позитивной ноте. Со мной там Яночка так поспорила, повздорила. Вот, ну, в принципе, все, думаю, что нормально. Всем очень понравилось, как она поет, и то есть у нее это правда получается. Я очень надеюсь, что она, как и хочет, станет прекрасной звездой национальной. Многое для Насти оказалось совсем открытием. И труд обычных людей, с которым она столкнулась. И она на самом деле прекрасно бы справилась с ролью сестры. Завтра мы ее провожаем, она уезжает. И на самом деле вот как-то горестно даже от того, что это все заканчивается. Сегодня у нас прощальный завтрак. Амели, ну Настя к нам еще приедет, ну не расстраивайся, она так прям по тебе скучать будет уже. Она уезжает, а мы не можем ничего поделать уже. Ты столько времени провела с нами рядом, девочки спали с тобой практически бок о бок. И, конечно, все равно всем будет грустно. Все расстанутся, она такой хороший и прекрасный человечек. На самом деле, да, я тоже к вам уже так привязалась, тоже, наверное, мне будет трудно с вами прощаться. Мы надеемся, что у тебя все свершится, будет супер хитяра. Мы будем как под самых известных. А мы будем такие сидеть, а мы с ней общались, мы с ней жили. Мы будем очень за нее переживать и надеяться на то, что все ее мечты исполнятся. Я, конечно, очень хочу, чтобы ты в любом случае закончила институт, получила на всякий случай образование, прочитала «Войну и мир», Хемингуэй, всех-всех самых лучших писателей. На самом деле, я вам хочу сказать... Большое спасибо, действительно, от души говорю. За то, что помогли, да, там, какие-то страхи, какие-то новые вот эмоции, которые я здесь получила. Я вам благодарна всем большое. Я вам желаю только удачи, чтобы все, что вы задумали, чтобы все у вас сбывалось, чтобы вы всегда шли так же вперед, несмотря ни на какие преграды. Так что я вас очень всех сильно люблю. Спасибо! Спасибо. Обнимашки! Если хочешь, я тебе и паука подарю. Нет, спасибо. Ура! Спасибо большое всем. Ой, еще раз спасибо вам всем. Мы тебе благодарны. Удачной дороги. Пока! Пока! Настенька, мы тебя очень-очень ждем. Эксперимент по перевоспитанию 15-летней миллионерши из Санкт-Петербурга Насти Пикулиной через погружение в семью Белешовых из Егорьевска завершен. Настя возвращается домой. По правилам нашего проекта, на обратном пути подросток впервые за 3 дня может связаться с родителями. Привет, Олечки, моя хорошая. Здравствуй, Настена. Как у тебя там дела? У меня все хорошо, как у тебя дела? На самом деле дни прошли весело. Сначала, конечно же, мне это все... Ну, это шок был у меня. Ты понимаешь, да, какие условия? Ну, то есть это вообще невыносимо было. Нужно в любой ситуации, да, как-то понимать, что ты... То есть никто за тебя ничего не сделает. То есть ты должен сам это делать.
как бы я поняла, что нужно относиться ко всем людям, да, как люди относятся к тебе, да, и неважно, какой у них там статус, сколько они зарабатывают. То есть вот это я начала понимать, да, и то, что счастье не в деньгах. Я очень рада, что в тебе что-то повернулось, понимаешь, в твоих мозгах. Хотя бы ты по-другому уже взглянула на жизнь. И, может быть, ты действительно поменяешь какие-то свои ценности в голове и по-другому будешь это все воспринимать. За эти 3 дня я понимаю, что ко всем нужно людям относиться так, как люди относятся к тебе. Не воспринимать там кого-то круче, у кого там сумочка, как у меня, там лакшери, кого-то там какой-то обычный, к примеру, обычная сумочка, да? То есть все наравне. Если ты хочешь действительно чего-то сам добиться, а не сидеть у кого-то на шее, ты должен закончить высшее образование, устроиться на хорошую работу, и все. И ты будешь сам зависеть от себя. Со дня окончания эксперимента прошло 3 недели. Мы связались с мамой 15-летней миллионерши из Санкт-Петербурга Настей Пикулиной, чтобы узнать, изменилась ли Настя в результате погружения. Она стала более мягче, человечнее, как бы начала к людям относиться по-другому. Мне так это вот, ну, видится. Так что я очень благодарна проекту. И надеюсь, у нее будет дальше в жизни все-таки идти по-другому.